судебную экспертизу я пришла в 1998 году по окончанию медицинского института. На то время это был институт, сейчас он Витебский медицинский университет. Я много занималась в институте, когда была студенткой, на кафедре аналитической и токсикологической химии. Мне очень нравилось именно заниматься анализом, что-то исследовать, проводить какие-то опыты, какие-то химические реакции, получать какие-то результаты. Свою первую экспертизу я помню. Это была молодая девушка. Ей было 15 лет, она отравилась различными таблетками, то есть у нее случилась какая-то, видно, личная трагедия, возможно, подростковая. Для меня было, конечно, таким, вы знаете, шоком, что это молодая девушка, и она оказалась у меня, как говорится, в работе. Мы исследовали кровь, внутренние органы, находили эти вещества. И на самом деле это на меня произвело очень большое впечатление, что моя работа все-таки достаточно важная, ответственная, да, требует много усилий, в том числе и эмоциональных. Но я понимала, что эта работа, ее нужно делать, докопаться до причины смерти. Внутренне ты всегда переживаешь, что ребенка нет, человека нет. Работать нужно, работать продолжать нужно, и мы идем дальше, делаем другие экспертизы. Вот в последнее время мы чаще всего используем и обращаемся к такому уникальному прибору аналитическому, как пламенный фотометр, для определения именно сложных, тяжелых случаев, определения сердечно-сосудистой патологии. Этот прибор, он определяет такие вещества, как калий, натрий. Эти вещества мы определяем в миокарде, то есть в сердечной мышце. То есть для этого мы берем 7 кусочков миокарда, разрушаем, проводим пробоподготовку и получаем вот такие вот растворы для исследования. Это уже готовые растворы, которые мы будем вводить в прибор. В прибор вводятся последовательно объекты, и на приборе мы будем видеть результаты. Прибор нам непосредственно показывает концентрацию натрия и калия в сердечной мышце. Ну, при таких концентрациях, соответственно, у нас мы наблюдаем ишемический участок сердца. Калия у нас меньше, чем натрия. Натрий и калий – достаточно важные элементы в клетках миокарда. И их разбалансировка, их изменение соотношения может привести к летальному исходу. Такие экспертизы мы делаем в сложных случаях. Например, на вскрытии трупа мы не видим никаких морфологических изменений в сердечной мышце, которые наступили достаточно быстро, которые наступили молниеносно. Тогда мы проводим это исследование, измеряем соотношение калия и натрия, и уже с точным результатом можем сказать, было это ишемический участок в сердце или нет, могло ли это привести к летальному исходу или нет. В химии, если брать химию, развивается все. Как развиваются яды, технологичные, да, процессы, идет развитие, новые бытовые ядохимикаты, новые какие-то растворители, технические жидкости, много новых лекарств у нас создается. Опять же, новые наркотики, психотропные, это все синтезируется, и мы должны идти в ногу с ними, чтобы, столкнувшись с каким-то неизвестным ядом, мы могли его обнаружить, дать ему количественную оценку и понимать, было ли это причиной смерти. Поэтому за последние годы действительно у нас в экспертизе мы шагнули вперед. У нас появилось новое оборудование, шикарное. Я вспоминаю 98 год. У нас были достаточно простые газовые хроматографы, которым на тот момент уже было по 10-20 лет. Судебной химии и судебной биохимии
Мы часто сталкиваемся с отравлением наркотическими и психотропными веществами, спайсами, достаточно всем известными. В таких случаях общий эксперт на вскрытии, чтобы выяснить причину смерти, всегда отбирает биологические объекты, кровь, внутренние органы. И он исследование назначает на именно яд, который предполагается или нет предположения, например, только наркотические вещества широкого какого-то спектра. И в то же время в параллель он назначает и биохимические экспертизы, чтобы понять, что явилось причиной смерти, от какого наркотика, который, например, вызывает остановку дыхания, там, или влияет на печень, или вызывает какую-то почечную недостаточность, или сердечный, это какой-то яд или лекарственный препарат, который влияет на сердечную деятельность. Поэтому мы в параллель идем с химическими исследованиями, которые находят именно сам яд, сам наркотическое средство или психотропное вещество, а мы уже исследуем то, что в организме произошло под влиянием этих веществ наркотических, на что оно больше, как говорится, оказало влияние и что привело к смерти. Это я вышивала супругу на подарок. Вот такой вот вдохновленный мальчик, лунный, и с удовольствием вышивала вечерами и подарила, и вот она висит на работе у моего супруга. Вышивку очень люблю, она успокаивает, она дает какие-то такие, знаете, жизненные силы в плане того, что ты как-то приобщаешься, что-то такое душевное, теплое. Вы знаете, мы, по крайней мере, я стараюсь абстрагироваться от именно от того, что это труп, это человек, он когда-то был, ходил, гулял, у него были свои увлечения, а сейчас это наша работа. К работе привыкаешь, но иногда какие-то случаи выбивают из колеи, как говорится, берут за душу, да. Бывают вроде случаи и не, как это сказать, вроде простые и в нашем плане, в плане определения, обнаружения ядов, но тебя берет за душу, да, когда особенно дети, младенцы, новорожденные, то есть это, конечно, очень тяжелый груз с этим жить. Но мы как-то стараемся именно абстрагироваться и свою работу воспринять в данный момент как работу, провести исследование и дойти до какой-то истины. Вы должны понимать, у нас много экспертиз в работе, и у нас бывает и одновременно 2, 5, 10 экспертиз. И в каждой мы видим фамилию, год рождения, обстоятельства. Где-то мы знаем что-то из обстоятельств дела, где этот человек обнаружен, как он попал в эту ситуацию, что стало причиной его гибели, да? И когда начинаешь углубляться в этот вопрос, конечно, душа просто рвется. А когда пытаешься немножечко абстрагироваться и сделать свою работу, становится чуточку легче ее выполнять, как будто ты становишься более объективным, да, когда ты не думаешь о том, что это ребенок, а что с ним случилось, а может, ему не оказали вовремя помощь в поликлинике, а может, вот могли бы его спасти от отравления, вот как эту девушку, которая у меня была первый раз, ее доставили в больницу, успели, но она приняла настолько много таблеток, были пустые конвалюты. 10, 10, 10, и когда нам принесли пустые конвалюты, мы увидели, что шансов у нее действительно не было. Искать наркотические вещества тоже достаточно задача сложная. Прием, факт употребления приема – это тоже очень важный момент, особенно влияет, когда это живое лицо. Делают исследования
живых лиц, освидетельствования по постановлению, и тогда на эксперте лежит еще больший груз ответственности дать результат тот, который есть. У человека может сложиться судьба дальше по-иному, если мы найдем наркотики, да? А если какая-то экспертная ошибка? Конечно, мы делаем все, чтобы у нас таких не было ошибок, но мы должны полностью отдаться своей работе. Я очень люблю свою работу и свою профессию. И мне это придает силы делать что-то дальше. Вот развивать что-то. Вот очень хочется развивать биохимию, хочется вводить какие-то исследования новые, какие-то новые параметры, помогать общему эксперту ставить правильный диагноз и причину смерти. Такие моменты у меня есть, и я скажу, что меня радует. Меня радует, когда есть сложная задача, есть сложная экспертиза, которая заведомо может быть трудновыполнимой, сложно выполнимой, особенно раньше, когда технические возможности у нас были не на таком высоком уровне, как сейчас, даже 20 лет назад. Не было таких расходных материалов, таких реактивов, да, такой даже посуды лабораторной, и нужно было получить результат. И вот когда ты берешь сложную экспертизу и ее можешь выполнить и получаешь результат, и ты говоришь, я это сделала, да, вот это, конечно, у меня даже бывали случаи, что я делала экспертизу, заведомо говорили, Юлия Андреевна, ну, не получится ее сделать. Пишите, что нет, не представляется возможным. Я говорю, хорошо, дайте мне 2 недельки. Потом они говорят, ну, хорошо. Я говорю, дайте мне еще 2 недельки. Я нашла литературу по медицинским вот исследованиям именно 2 наркотических веществ. Я сделала эту экспертизу. Я определила, что в этой таблетке. Мне принесли таблетку, изъяли у наркоманов. И получается, она неизвестная таблетка, и у нас таких наркотиков не использовали. И я, когда я через месяц выдала 2 вещества, что это за содержание, что это, настолько у меня было, как это сказать, гордость в душе, что я даже вот я порхала на коридоре, вот для меня это было какое-то, знаете, достижение. То есть, что мы смогли в экспертизе, мы смогли, как это сказать, мы победили эту таблетку неизвестную, мы определили. И такие вот случаи мне дают какую-то силу. Да, я верующий человек. Я верующий человек, и я, наверное, все-таки, как это верю в то, что есть Бог, что к людям надо относиться по совести, по справедливости, делать добро. Мне очень нравится помогать. Да, вот старушки особенно, я не могу даже говорить об этом без каких-то таких эмоций, потому что, ну, это старшее поколение для нас и образец, и то есть и мы, они когда-то были молодыми, что-то делали для нас, а сейчас мы можем что-то сделать для них. И то есть вот для меня помощь пожилым людям очень важна. То есть вот и на фоне этой веры мне хочется как-то вот делать именно добро. Как-то так. Хотя вот профессия моя кажется достаточно сложной. Должно быть проявляться какая-то жесткость, да? Какая-то такая трезвость ума. Но я в душе мягкий человек. Я в душе мягкий человек. И я очень эмоциональный человек в плане того, что мне хочется всегда помочь коллегам. Я никогда не отказываю. Мне хочется помочь коллегам. И вот в любом коллективе, в котором я не работала, мне всегда вот люди, я всегда людьми восхищаюсь. Мне говорю, вот мне так повезло с коллективом. В свободное время, конечно, стараюсь немножечко увлечения у меня такие более связаны с природой, с прекрасным, да, что-то я очень люблю рисовать, очень люблю ездить на велосипеде по нашим озерам, и Нарыч, и Брасловские озера, очень люблю Витебщину, Ушачские озера, очень люблю, и это мне дает просто силы. И вы знаете, вот в природу окунуться,
Я, если честно, выросла в деревне. У нас были свое хозяйство, сад свой, огород. И вот меня тянет именно в ту среду, и я там отдыхаю душой. Но в то же время вот я где-то еду, смотрю природу, и меня начинает тянуть на работу. Мне хочется идти на работу. Я с таким рвением, все говорят: «О, Юлия Андреевна бодрая и прямо в бой». Мне хочется. Я дома скучаю по работе. Я прихожу на работу, делаю одну экспертизу, вторую, третью, начинаешь выдыхать и говоришь: «Ой, хочу домой». Да, то есть у меня там тоже есть что-то, меня ждет, да, что-то приятное, да. Поэтому я рисую, вышиваю крестиком, меня это успокаивает и отвлекает от этой такой тяжелой, напряженной работы. То есть это работа, которая требует внимания, как бы полной концентрации, сосредоточения. То есть всего себя надо отдать здесь и сейчас этой работе, потому что по-другому нельзя. Экспертиза должна быть объективной.